В Севастополе начались работы по благоустройству центра города. Накануне выходных в районе художественного музея имени Крашицкого и морской библиотеки рабочие вскрыли тротуар. По информации Департамента городского хозяйства правительства Севастополя, исполнитель работ общества с ограниченной ответственностью ССК, сумма контракта чуть менее 10 миллионов рублей. Срок исполнения 31 декабря 2017 года. В департаменте отметили, предусмотрены работы по ремонту тротуарной плитки, выравнивание уровня плиточного покрытия, замена повреждений, частичное замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку, а также ремонт и замена бордюрного камня.